Вторая мировая война – одна из самых чудовищных страниц в истории всего человечества и нашей страны. На боях сражений, на оккупированных территориях, в лагерях смерти погиб каждый третий белорус. Были разграблены и разрушены 209 городов. Фашисты проводили карательные операции, полностью или частично уничтожив свыше 9 тысяч деревень. Но зверства карателей не смогли сломить дух людей. Страшное время – это и время для героизма, и подвига солдат, офицеров, простых жителей. Подвига во имя жизни. Ее ту память охраняют в экспозициях музея, в том числе и школ. Музей в средней школе номер 30 имени Дмитрия Гвишани был создан в 1999 году, и сейчас в его экспозиции множество экспонатов и уникальных вещей, свидетелей эпохи. У нас настоящий кирпич с Брестской крепости есть, конечно. У нас есть обожженный кирпич, который наглядно показывает, какая сила духа воинов была, что плавились кирпичи, а воины не отступили и не сдались. У нас также есть в наличии настоящие каски, советские, немецкие каски. Также у нас есть еще артефакты тех времен, сделанные сами партизанами. Это вот в обиходе, который они использовали, утюги, которые работали на угле. Также фонарики партизанские сделаны, посуда, соответственно, такие горелки. Это вот то, что у нас есть в наличии в нашем музее. Вместе с тем в школе ведется активная научно-исследовательская работа, когда ребята изучают историю своего рода, своих предков-героев. Прадедушка десятиклассницы Виталины Бондарук Петр Яковлевич был призван на фронт в составе 395-й стрелковой дивизии. Он выжил, а другой прапрадед погиб. В честь него и его земляков в деревне Клетное Пинского района установлен памятник. Это мой прапрадед Васютич Дмитрий Васильевич. По папиной линии он был представителем колхоза. Когда в деревню пришли фашисты, его вместе с другими активистами жестоко убили немцы. О истории рассказывает мне и брату наш отец. Память. У нас очень много фотографий. Также мы часто посещаем музеи, разные исторические памятники. Семьё ездили в Хатынь. Своя история у семьи Ксении Карпович. У меня в Великой Отечественной войне участвовал прапрадед Диюн Филарет Яковлевич. На момент, когда его призвали в армию, ему было 33 года. Знаю, что в 41-м году он был призван в 6-ю армию. Вот. И после окончания войны он был награжден медалью за отвагу и медалью за победу над Германией. И Анастасия Тыманюк. Ее прадедушка воевал на фронтах Великой Отечественной, а прабабушка была заключена в концлагерь. Но ей вместе с другими узниками удалось сбежать. Путь их был нелегок и долг. Как мне рассказывала моя бабушка, их дорога занимала несколько дней. Они бежали по лесу от фашистов, собак их преследовали. И в один из последних дней они укрылись в каком-то селе, вот, на пастбище, по-моему. И там их укрыли на несколько дней. И когда погоня закончилась, они смогли уйти. Без прошлого нет будущего. Этот постулат неотъемлем в воспитании подрастающих ребят. У нас есть главное, что мы должны сохранить и передать нашим потомкам. Это наша любимая родина, наша Беларусь. Сегодня патриотическое воспитание является очень важным аспектом государственной и образовательной политики. В нашем учреждении образования ведется огромная работа во всех классах со всеми учащимися. Музей, конечно, в этом вопросе играет колоссальную роль. Мы проводим уроки мужества здесь. У нас представлено огромное количество разнообразных экспозиций. Для каждых ребят всех возрастов, разных возрастов, есть что посмотреть. Каждому здесь будет интересно, как и мальчишкам, так и девчонкам. Через реализацию таких вот моментов, таких вот проектов наши дети не забывают о тех героях, которые подарили нам сегодня мирное небо. Уроки мужества и экскурсии проводятся и для самых маленьких ребят, которые посещают музей. Мне понравилось, что солдат спасает людей. Про оружие, про солдатов, про как рассказывали, что тут все лежит, как про фотографии рассказывали. Я узнал очень много интересного. Мне понравилась экскурсия
И мне понравилось рассматривать все вещи. Подвиг народа живет в его памяти и людях, а также его будущем, которое строить потомкам победы.